поглядеть-то на первого карасика. Ну, да. Четко в ладошку. Червяк. На червячка. Фидер. Ой, садок. Ну. О. Да, показывай. Показывай. Юрий Тимофеевич с почином. Да, благодарю. Юрий Викторович, одел очки. Сейчас дело будет. Это не нормативная лексика. Да не, ну ее. Так, закидывай тебе маму. Стой. Давай, ну, давай, сейчас. Я цеплю сейчас. Я подячу. Никаких проблем. Девушка, никаких проблем. Тихо тебе. Я у тебя трюк какой здесь был. Чего? Конечно. Ну, понятно. Да? Да, я все время ловлю. Я не люблю переставлять. У меня каждый раз хотел переставить, только думаю, ну. Ну ты возьми посредний, чтобы он и туда, и сюда бить. Это аргумент. Да не попрешь. Возьми. Нет, с тобой какой-то. Ну покажи нам, что там у тебя получилось-то. Это нормально. О. Нормально? Да. Ладонь. О, хорошо закинул. Музыка. Мало. Мало пока. Ой, спускайся. Набьешь мы тогда кашу, да? Давай набью. Что, не долго, что ли? Ну покажи, что там есть-то. Оп. Оба. Вот так. Жалко, щуки нету здесь. Ой, я тут раньше было, мам говорила. Все, влип. Лифт, ёпта. Очкарик, влип. Обратно, блядь, в траве. Ну да. Дам карась. Карась. Тащи поверх. Мелкий. Да нет, не. Ну покажи. Соскочится. Куда он тебя соскочит-то? О-о-о, ага. Ты говоришь, он не умеет ловить. Смотри, блядь, лишнёк ест. Не знаю, никогда не думал, что он вообще умеет ловить. Да? Вот честно тебе скажу. Такого уж не может быть. Но есть же. Два в тине. Обалдеть. Да, сегодня первый раз. Ну, пусть он снимет. Все, снял, да. Два крючка, два выстрела. Вот так вот, ребята. Это профессионал. Не это вот профессионал, который сейчас
снимают. А профессионал тот, который поймал. Вот профессионал. Кстати, слышите этот замах? За челюсть. Ну давай. Не в рот, а за челюсть. Все. Юрий Викторович, с почином, с очередным. Сейчас мы это, еще одного вытащим. Обязательно. Вот это как называется, это грамм 300, наверное, 50, да? 400, ёпта. Это ближе 400. Так, вот. Это 400 грамм. Вот они сейчас не рестились. Вот такие. А этот, видать, в мае еще отнерестился. Тимофей, а ты чего отстаешь-то? Я еще только и налаживаю. Ну вот, видишь, началось. Вот, блядь, побольше таких. Ну, как сказали, в 9 часов начало. Вот она наша сегодня рыба. Рыбы нашей мечты. Мало. Мало пока.